ревнивому страннику! Вот я какой! Я репейный! Я вездесущий! Всюду свой нос сующий! Я с ветром летаю, все вижу, все знаю, всем все толкую, все объясняю. Это волшебный дуб! Он охраняет добрый дух нашего чудесного леса! Что такое? Почему вдруг дуб почернел, помрачнел? В лес пробралась темная сила! Темная сила! Темная сила! Храбрец. Спасибо за комплимент, но вообще-то мое имя Бобер Острозуб. Очень приятный художник, Палитра. Кстати, большой любитель природы. Постой. Это же невероятно. Я разговариваю с бобром. Ну и что, ничего невероятного. Теперь ты будешь понимать всех лесных жителей. Потому что пока ты тут спал, волшебный дуб наделил тебя особым даром. Но помни, ты должен быть осторожным. Осторожным? Осторожным! Все, слышишь? Ты за мной! Ты еще многого не знаешь, дорогой Палитра. Идем побеседуем в укромном местечке. Идем побеседуем. Но бояться мне нечего. Ты что-то путаешь. В этом чудесном лесу всегда царствовали согласие и любовь. Ой, братцы! Сдохну от смеха! Согласие и любовь! Ой, умора! До свидания, наивные друзья мои! До скорой встречи! Тревога! Тревога! Ой-ой, ты что? Ты что? Я свой! Твоя! Ура!
свидетельство! Это же я! Опасность! Наверное, опять попусту тревожил своего царя. Глупая пустоголовая птица. Он уже здесь. Он в лесу. Я сам его видел собственными глазами. Придворный чародей Палочка. Как ты смел мне не доложить, что кто-то уже здесь? Что кто-то уже в лесу? Почему я об этом ничего не знаю? Хватит лепетать! Объясни мне все толком, ничтожный сучок. О какой опасности идет речь? Никакой опасности в помине нет, мой великий царь Кактус. Уверяю вас, человек, который появился в лесу, абсолютно безобидный. Кто появился? Человек? И ты так спокойно говоришь об этом. Забыла предсказаний, что именно человек должен свергнуть власть Кактуса? Да разве он может тягаться с вашим колючим величеством? Это же просто художник. Но по долгу службы я наблюдаю за ним, слежу за каждым шагом. Вот сейчас он у бобра в хижине. У бобра? А бобер откуда взялся? Я спрашиваю, откуда бобер? Бездельники! Я же приказал выгнать всех бобров. Когда-нибудь будет у нас дисциплина? В лесу остался всего один бобер, ваше колючее величество. Ну так вышвырни его, проклятая щепка. А художника пригласи ко мне. Я устрою в его честь обед. А? В честь кого? Это будет прием, который пройдет, как это, в теплой дружеской обстановке. Итак, я жду его в 30 дня. Ой, художник, сейчас я. Теперь моя. Теперь моя. Вечно переодеть. Бонжур, месье художник. Меня зовут Лили. Я сейчас свободна и согласна вам позировать. Не стоит благодарности. Право, это такие пустяки. Надо думать, что художник, да к тому же талантливый, не может не оценить интересную модель. А ведь я интересна, не так ли? И вот я здесь. О, для меня это большая честь, мадемуазель. Вы на редкость любезны, моншер, мерси. А впрочем, я могу вас понять. У меня такая красивая шубка и такой пышный хвостик, как ни у кого. Входи, входи, чего стоишь? Ты просто так или по делу? Я очень хотела бы. Да ты не смущайся. Нарисовать твой портрет? Сегодня во дворец вас приглашает царь Кактус к трем на дружеский обед. Но берегитесь, если вдруг вы не придете, вас в жизни ожидает много бед. Ой, нет. Ни за что не ходите туда, ни за что. Почему? Царь приглашает на дружеский обед. Как я могу отказаться? Нельзя верить этому царю. Ни за что. Он жестокий и коварный. Во-первых, я не боюсь, а во-вторых, я голоден. Я потому и пришел, что Фа и Ля, мои родители, просили меня передать, что ждут вас к обеду. Соблазнительно. Какое же приглашение принять? У нас будут жареные каштаны, пироги с черникой и брусникой, омлет из яиц Зарянки и свежая земляника. Представляю себе, как все это вкусно. Объявление! Ням-ням-ням! Решено. Я иду к вам, мой юный друг. Ам-нам.
Этот бездарь, вообразивший себя художником, еще очень пожалеет, что не принял мое приглашение. Ваше колючее величество, как-то не верится, что он именно тот, кого нам следует опасаться. Ты забыла о пророчестве. Я не могу рисковать из-за какого-то мазилки своей жизнью. Для этого я себе слишком дорог. Я уничтожу лес, спилю все деревья, превращу их в мелкие щепки. Но найду этого художника, он от меня не скроется. По вашему приказу во дворец прибыл вездесущий репейник, известный путешественник и толкователь грозного пророчества. Жду указаний я весь к вашим услугам, великий и могущественный царь Кактус. Послушай, как тебя там, репейник? Если ты правда толкователь пророчества, то тогда ответь мне. Художник, который появился в нашем лесу, опасен для меня или нет? Только правду. Владыка Кактус потеряет власть пророческими сказано устами от рук художника. Ему придется пасть, когда он возвеличится цветами. Но он опустил туману. Чародей Палочка, растолкуй толкователя. Он произнес слово «цветы». Это хороший знак. Подожди, хороший. Но для кого, для меня или для него? Объясни все толком. Я же должен знать точно. Для вас, царь Кактус. Для вас, конечно. Вы возвеличитесь. Но там были слова «Владыка потеряет власть». Они мне не понравились. На всякий случай я должен от художника избавиться. Только как? Увы, никто не сможет дать вам совет. Даже я... С художником бороться бесполезно, царь Кактус. Лучше сразу смириться. Смириться? Никогда! Никогда! Царь Кактус, пока мы беседовали, я упустил художника. От бобра он уже ушел. От бобра? Да. Что ты сказал? От бобра? Чтобы я этого слова от тебя больше никогда не слышал! Ничтожество, сучок, тупоголовая щепка! Дождешься, что я брошу тебя в дробилку и превращу в груду опилок? Давно надо было это сделать, да все до тебя руки не доходят. Пойдешь сейчас в лес, и что без художника не возвращался! Ты что? Знаю, решил меня нокаутировать, воспользовавшись тем, что я сплю. Не выйдет, коллега. Нет, я никакого отношения к боксу не имею. Я Палочка, чародей при дворе царя Кактуса. Всегда к вашим услугам, великий медведь. Ладно, ладно, парень великий, это уже лишнее. Здесь дома можешь называть меня просто Мата. Но если ты не врешь и действительно хочешь оказать услугу, вытащи из ноги этот чертов шип. Попробуй, дорогой Мата, ты терпение шевелись. Это невыносимо. Какая боль. А я молодец, а? Не вскрикнул ни разу. Да и ты, парень, был на высоте. Тощий, а сильный. Я и правда худ. Ну что делать? Мне приходится сидеть на диете. Царь Кактус не любит толстяков. Нет, вес — это важно. Без него победы не одержишь. Я? Что ты имеешь в виду? Как что? Чемпионат по боксу. Похоже, ты в этом деле совсем ничего не смыслишь, парень. Хочешь, покажу несколько приемов? Я же мастер высшего класса. Из меня спортсмена не получится, но вот помощь боксерам мне бы пригодилась. Ты всегда можешь располагать мной. Мата, не забывай дружеских услуг. Скажи, кто тебя посмел обидеть, я эту нахалу проучу. Заходи.
приходи к нам почаще, приятель. Ты всегда будешь дорогим гостем. Спасибо, Фа. И тебе спасибо, Ля. Мы решили чуть-чуть проводить вас, можно? Очень мило. До свидания. Месяца, но я хватаю его, разворачиваю, мощнейший апперкот, и опять чистая победа. Какая храбрость, какое мастерство. Ой, ой, скажи, а с художником ты тоже мог бы справиться? Не задавай глупых вопросов, взгляни лучше на мои мышцы. Один миг, он в нокауте. Нет, 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 прошу тебя, не делай этого. Художник Палитра — друг нашего леса. Да что ты, я не знал, как же быть. Дело в том, что он обидел моего лучшего друга. Если хоть когтем тронешь художника, больше тебе не пить здесь моего меда, так и запомни. Что? Ты серьезно, Бобер? Тогда извини, это все дело меняет. Умоляю тебя, Мата, мне же с ним без тебя не справиться. Сейчас выпьем нитку и подумаем, как быть. Не унывай! Если что-то не выходит, никогда не унывай. Позови на помощь друга. Он поможет. Так и знай. Чему сам на свет убиты сродных душа и матур? Сисмо птицы и совьяца, и у добру, и у злу. Ту е глаз твои веселье, свято притча happy end. Ту се вырти и ты репом буди френд. Скажи, не забудь и репом, не лечету. А кто Устал. Идем. Ой, упадем. Зайдем. Здорово! В своем деле парень мастер высшего класса. Один контрудар кистью и портрет готов. Он мастер, а ты чемпион. Вперед! Бей, 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 бей его! Здорово,
все. Перед вами легендарный чемпион мате. В свое время, надеюсь, это все помнят, я был непобедимым боксером. Для меня это большая честь. Позвольте нарисовать вас. Я в живописи не разбираюсь, но разве может один портрет вместить все заслуги такого чемпиона, как я, славу мирового спорта? Я постараюсь как можно точнее изобразить великого чемпиона. Спасибо, приятель. Но вообще-то все в прошлом, я, так сказать, ветеран. От былого остались лишь в берлоге горы призов и в голове воспоминания. Оценил силы искусства. Что же я скажу его колючему величеству? Лучше сбежать! Надули! Куда исчез мой чародей? Куда девался художник? Их нет! Очередное предательство! Ну ничего, ничего, от меня все равно никому не скрыться! Если сегодня этот проклятый лес не выдаст мне беглецов, я уничтожу его, срублю его под корень, ни одного дерева не оставлю. Приготовиться к сражению, мои верные алебарды. Эх ты, бьет! Нет, пожалуй, одних алебард будет маловато. Для такого сражения нужно более грозное оружие. Огонь, вот кто мне нужен сейчас. Я никогда с ним не ссорился, никогда ни о чем не просил. Думаю, мне не откажет. Как делишки, огонь? Уж не заболел ли? С каких пор ты стал интересоваться моим здоровьем, царь Кактус? Говори прямо, зачем я тебе понадобился. Хочу, чтобы ты уничтожил лес своим всепожирающим пламенем. Он заслужил самого строгого и сурового наказания и должен быть стерт с лица земли. И только ты мне можешь помочь. Нет, не могу. Я создан для того, чтобы сжигать и уничтожать, царь Кактус. Разве тебе неизвестно мое призвание служить источником тепла и света? Так чудесно! Подожди лес, и ты увидишь, сколько будет тепла и света. Нет, не уговаривай меня, царь Кактус. Я никогда не покину недра земли для злого дела. Какой ты, однако, упрямый старик. Ну хорошо, дай мне хотя бы искорку, хотя бы один язычок твоего пламени. Отойди подальше, царь Кактус. Ты же знаешь, со мной шутки опасны. Не дури мне голову, разве ты огонь, ты чадящая головешка. Да что головешка, ты попросту горстка остывшей золы. Я тебе покажу, кто я такой. Давай, давай, только поточней. Эх ты, стрелок, хоть бы раз попал! Thank you.
осторожнее, незнакомец, я еще очень сердит. В моем возрасте так глупо попасться на удочку. А что все-таки случилось? Коварный царь кактус довел меня до того, что я вспылил. Прошу тебя, только не успокаивай, бесполезно. Всегда надо держать себя в руках, и хорошо, что ты понял это сам. Понял? Да поздно. Я один постараюсь справиться с кактусом. Лучше не вмешивайся, слишком ты горячий. Только будь осторожен, незнакомец. Учти, он очень злобный и хитрый. Ты грязь! Какой ужас! Даже волшебной кисти художника ни за что не оживить за одну ночь все цветы и деревья. Чего царь кактус так разозлился? Как чего? Он узнал, что в лесу появился ты, а по предсказанию владычество кактуса свергнет человек. Но я же пришел сюда только чтобы рисовать. Взгляни на этот портрет. По-моему, он очень удачный. Для борьбы с кактусом тебе потребуется мудрая голова, а не живописный хвост. Ха. Может, в предсказании есть ответ, как с ним бороться? У кого было знать? Ну-ка, жабы, подайте волшебное зеркало. Надо взглянуть, что делается в моем водном царстве. Ну-ка, зеркало, скажи, и всю правду покажи, что в моем творится царстве, в мокром царстве, государстве. Что за мерзость, что за ад, мой любимый водопад. Был ты чистым, как стекло, что с тобой произошло? Кто посмел замутить мои владения? Да я вас! Никто не убирает, никто работать не желает. Бездельники, вот как встану. Гондола. Ой, разбудят родинного! Тихо! Хочешь увидеть сон? Усни. Детство из детской страны верни. Будут звезды тебе мерцать, будешь ты над землей летать.
убить весь лес мне не удалось. Спалить его дотла мне не дали, а я возьму и затоплю его. Послушай, слизняк, или кто ты там, мокрица, приказывай отвести к водяному мое величество, царя кактуса. О, мама мия, какой кошмар, сколько острых алебард. Которым ничего не стоит превратить тебя в рубленый шницель, в котлетку, если ты сию минуту не отведешь меня к водяному. Не могу, ваше колючее величество. Владыка вот никому не позволяет тревожить его, когда он спит, потому что сон делает его красивым. Что? Ты отказываешься выполнить мой приказ? Ну, берегись. Алебарды, вперед! Чё? Алибарды! Хочешь стать красивой? Страшила. Да тебе никакой сон не поможет, спи хоть 1000 лет. Эй, вставай, писаный красавец. Есть хорошая работенка как раз для тебя. Ну, может, водяной. Не хочешь по-соседски, по-хорошему не надо. Не желаешь покинуть постель, так она покинет тебя. Кактус, что за дикие шутки? Кто тебе позволил? Я все-таки владыка вод. Царю кактусу все дозволено, мой промокший дружище. Я еще никого ни разу не называл своим другом. А теперь помоги мне за это. Отомсти огню. Давай зальем лес водой, а вместе с ним утопим художника и всех его приятелей. Так вот кто замусорил мои прекрасные реки и озера. Так ты согласен затопить этот чертов лес? Когда вода спадет, она унесет мусор, и твои озера снова станут чистыми. А мое царство превратится в голую пустыню. Ах, вода! Тебе нужна вода, царь кактус! Ну что же, хорошо, получай! Ой, ты что, взбесился? Не меня заливай, а лес! Ой, подожди! Алибарды, где вы? На помощь! Что, кактус? Испугался! Лейся, лейся, водичка! Лик, локачи! Отличный бочоночек! Бездонный! Унесла мое ведерко. Видишь, вон оно висит, зацепилось за ветку. Ой, что же нам теперь делать?
Вечно каркаешь, тупоголовая башка. Моя месть будет ужасной, вот увидишь. Вы все это скоро увидите. С царем кактусом не так-то легко справиться, как некоторые воображают. Могучий волшебный дуб, я знаю, что ты заколдовал меня, когда я спал под твоей кроной. Теперь я способен понимать язык лесных друзей и творить чудеса своей кистью. Но волшебство стало терять силу. Что мне делать? Я могу сказать, что делать! Ты? А кто ты такой? Репей вездесущий, всюду свой нос сующий, я вместе с ветром летаю, все вижу, все знаю. Раз все знаешь, скажи, как мне поступить? Поторопиться! Дуб наделил тебя особым даром только на 3 дня. Ты должен спасти чудесный лес до завтрашнего рассвета, а потом... Ты ничего уже не сможешь сделать, у тебя осталась всего одна ночь. Всего одна ночь? Даже меньше. Ты видишь звезды? Что же я могу успеть за несколько часов? Найди царского чародея. Он тебе поможет. Слуга царя кактуса? Да разве такое может быть? Конечно, отчего же нет? Правда, он боится злого кактуса, но дружба способна все победить, даже страх. А у чародея в лесу появились друзья. Иди и поговори с ним. Да я не хочу вести художника к царю кактусу. И сам не хочу возвращаться. Ну как быть, если я вдруг попадусь, царь наверняка бросит меня в дробилку, и тогда конец. Да не трусь. Главное сейчас поскорее загнать этого кактуса в угол ринга. А там мы нанесем ему мощный удар, и дело сделано. Лили, хороший план. Конечно, месье. Можешь на нас положиться, Монт-Пти-палочка. Я очень вам благодарен, друзья. Но только никто из вас не знает царя кактуса, как знаю его я. Если ты так хорошо знаешь царя кактуса, то, наверное, тебе известно и предсказание. Еще бы, я знаю его наизусть. Что скоро кактус потеряет власть, о, пророческими сказано устами. Но суждено ему тогда лишь пасть, когда он увенчается цветами. А что это значит? Это может значить одно. Появление в лесу художника угрожает царской власти. Скажи, палочка, а что значит увенчаться цветами? Для меня это тоже загадка. Не вижу никаких загадок. Разве кактусы хотя бы изредка не цветут? Лили права, права. Скажи, а на царе кактусе когда-нибудь появлялись цветы? Нет, ни разу. Так я и думал. Поэтому он и злой, шутка ли, никогда не цвел. Ага. У него комплекс неполноценности, вот что. У меня есть план. Надо как-то добиться, чтобы царь кактус наконец зацвел. Что, неплохо? Неплохо. Но вот как нам этого добиться? Вообще-то есть такое снадобье. Я мог бы приготовить, но для него нужно собрать множество трав, и все они растут в разных уголках леса. Ты же не один, у тебя есть друзья. Мы поможем, только скорей. В моем распоряжении осталось... Что? Ничего. Надо спешить, пока кактус не придумал новую хитрость. Я объясню, какие растения надо собирать.
и буду ждать вас под волшебным дубом. Измена. Она, как ядовитая змея, ужалила меня в самое сердце. Алебарды! Найти дезертира-чародея и доставить его сюда, вперед! Художнику не успеть. Ни ему, ни его дружкам не уйти от расплаты, которая ждет их на рассвете. Все немного и готово. Меднесущий репень, должен тебя огорчить, ты явился сюда слишком поздно. Ты добр, бобер. Твоя беда, что хочешь толку ты добиться, без палочки и живописца, но не добьешься никогда. Постой, постой. О чем это ты, а? Да жаль, один из них в темнице, другой совсем увяз в грибнице. Объясни нам, что он сказал. Кто это в темнице и кто увяз в грибнице? Ничего не понял. Ну где за художник и палочка? Куда они делись? Придется мне, малыши, пойти поискать их. Мы ведь не можем сами отнести снадобье царю кактусу. Ну, скажу вам, непростая работенка. Я и после 10 раундов никогда так не уставал. По-моему, пахнет медовухой. Наверное, бобер остроту решил сделать мне сюрприз. Отлично. Что значит настоящий друг? Нет, мама, нет! Какие яркие сегодня звезды! Какая дивная ночь! Что ты натворил, глупый мат? Только трудов и все зря. А тут еще художник и палочка исчезли. Да брось ты из-за пустяков расстраиваться, мой друг помер. Я сейчас разыщу их. Останьтесь здесь и покровуйте маты. А я во дворец проберусь. Узнаю, кто сидит в темнице. Вдруг художник или палочка. Я скоро вернусь. Ничтожный обломок щепки! Ты посмел предать своего царя! Посмел перейти на сторону какого-то жалкого мазилки! И его пустоголовок дружков забыл, что тебя ждет за это, а? Эй!
ваше величество, царь Кактус. Но они не желают вам зла. Они хотят вам помочь. Я научил бобра. Кого? Кого ты научил? Кого ты научил? Кого ты научил? Бобра! Все! Все, хватит. Теперь тебе не отделаться какой-то дробилкой. Эй, слуги, позвать палача Легилитена. Я прикажу ему стереть тебя в мелкий порошок, но не сразу, это будет потом. Сначала он снимет с тебя стружку, распилит и расколет на кусочки. Здравствуй, палач, очень рад тебя видеть в хорошей форме. Пораскинь-ка своими железными мозгами и придумай какой-нибудь способ, только ужасный, ты ведь это умеешь, чтобы превратить в опилки изменника палочку. Должен сказать, что твое последнее изобретение привело мое величество просто в восторг. Такой прекрасной машины нет ни у кого. Сегодня на рассвете с ее помощью я, наконец, избавлюсь от их чудесного леса. Ну что? Дрожишь? Нужно раньше было думать, предатель. Моя новая игрушечка, шутя, перемелет весь лес. Она превратит его в деревянную кашу. Обидно только, что ты этого не увидишь, глупая щепка, потому что тебя уже не будет. Уважаемый Мухомор, умоляю, отпустите меня. Я ведь не гриб, я художник. Ну и что, приятель, нас знаешь ли тысячи разновидностей. Наверное, и художники есть, но даже если ты не гриб, все равно им станешь. Можешь мне поверить, у нас тут все в грибы превращается. Нет, нет, мне нужно спасать лес. Царь Кактус хочет его уничтожить. Нам, грибам, бояться нечего. Царь Кактус еще никогда в жизни нас не трогал, не достать. Глубоко сидим. А мы грибки поганки, нам жарко на полянке. Нас усыпляет зной, нам лучше под землей. По-моему, приятель, тебе на редкость повезло. Потому что нет ничего приятнее, чем быть грибом. А рано или поздно ты станешь им. Подари нам случай, любовь, ты тоже должен стать грибом. Вы с ума сошли! Пустите! Пустите меня! Ну-ну, не советую тебе так волноваться. Что бы ни случилось, терять голову никогда нельзя. Ты тоже гриб? О, нет, какой же я гриб? Разве ты не узнал? Я улитка. Да, но я тоже здесь живу, под землей. Правда, повелитель грибов меня никогда не замечает. Будь другом. Помоги мне сбежать. Что смогу, я, конечно, сделаю. Есть только одно «но». Ты, вероятно, слышал, какие слухи ходят о скорости улиток. Я ненадолго уйду, приятель, но ты даже не мечтай о побеге. Лучше приучи себя к мысли, что, может быть, совсем скоро ты превратишься в гриб. Нет, не превращусь. Не желаю быть грибом. Я требую отпустить меня. О, это совершенно исключено. Я как раз решаю, кто тебя будет сторожить. Пожалуй, сморчок. В мире мухоморы лучшие танцоры. И никто в глубинах тьмы брейк не пляшет так, как мы. Прощай. Вернее, до свидания. Очень рад, что нашу полку прибыло. Казни чародея палочки, все готово. Привести его. Пришел мой конец, ничто меня не спасет, я погиб.
Палочка! Кто это меня зовет? Не унывай, Палочка, я спасу тебя. Не выйдет, Острозуб, слишком поздно. Сейчас за мной придут. Никогда не надо опускать руки, друзья. Ой, стой это! Ой, ой, ой! Безобразие! Кто ломает мои прекрасные подземные галереи? Прости, малыш, оступился. Это я, Острозуб. Острозуб, ты здесь или здесь? Рад служить. Ты знаешь, я и сам неплохой строитель, но с твоим умением рыть подземные ходы никому не сравнится. Тут ты гений. Прошу тебя, сделай ход под темницу. Кажется, меня нокаутировали. Давно такого не бывало. Мощный удар сразил мата наповал. А куда девался Острозуб? Он пошел в царский дворец освобождать художника и Палочку. А кто-то из них сидит в темнице. Да-да, а кто-то из них провалился в гребницу. Я дал промашку, детки. Это для боксера непростительно. Но вы меня знаете, я не подведу. Сейчас пойду и все улажу. Всех друзей спасу. Ти зелен и наježен. А то значи да već osjećaš snagu gljive и status nje. Kože su gljive, baby, toga su svjesni svi. Kože su gljive, baby, s tome ogljeva i. Oh no!
Художник! Отзовитесь, ребята! Как же вас спасать? Я даже не знаю, где вы! Если вы друг художника, то я с радостью помогу вам. Скажу, где он. Я для этого чуть ли не целую ночь спешил. И вот я здесь. Что, чуть ли не целую ночь? Очевидно, художник очень далеко. Да, очень. Отсюда приблизительно в метре. В метре отсюда? Значит, ночи стали слишком короткими. Эй, скороход, в какую сторону идти-то? Кажется, на этот раз я приземлился удачно. Берегись, Морте! Спасибо, улитка. Прощай. А ты, брат, неплохо пробежал метровку. Вы еще все успеете. Упустить! Жестянка! Ржавый кусок железа! Консервная банка! Лутый гость металлолом! Что? Болван! Прочь с глаз моих! Прочь! Если бы ты не изобрел машину, которую я сегодня уничтожу, лес, если бы мне не нужна была твоя голова, я бы приказал казнить тебя! Марш отсюда! И пока я в гневе, обратно не возвращайся! Надо бы вздремнуть. Еще совсем немного, и взойдет солнце. Силы земные пусть переселятся в сферы иные, перемешаются в чреве сосуда, и да свершится великое чудо. Надобье готово. Сильная штука, ничего странного, что я был в нокауте. Извините, месье художник, а что нам делать дальше? Отправиться во дворец и напоить царя кактуса этим снадобьем. Советую поторопиться, у нас мало времени. Что? Как? Я не понял, Острозуб. Что ты сказал? Я спросил, нельзя ли нам немного подождать. Ни в коем случае. У царя кактуса есть чудовищная машина. Такую не увидишь даже в страшном сне. Когда наступит рассвет, он пустит ее в ход. Но это еще не все, к сожалению. Когда взойдет солнце, колдовство утеряет свою силу. Я уже и теперь стал понимать вас с трудом. Мало того, и волшебная кисть начала действовать хуже. Во время потопа нам тоже так показалось. Вот-вот, поэтому я боюсь, как бы мы с вами не опоздали. Если злодей кактус уничтожит чудесный лес, я никогда, никогда себе этого не прощу. В таком случае за дело. Палочка, ты продумал, как проникнуть во дворец? Угу.
здорово внимать, ты наступил мне на хвост. А ты не путайся у меня под ногами. Справиться с мостом, его не нокаутируешь? Посмотрим, на что еще способна моя кисть. Кисть утеряла волшебную силу. Как же тогда, когда было солнце? Все кончено. Кончено. Нет, ничего не кончено. Что за разговоры? Нет, нет, нет. Кто легко сдается, тот не спортсмен. Нужно бороться, пока не прозвучит гонг. А ну, ребята, расступись. Бокс. Ты его почти одолел! Вперед, славный чемпион! Сейчас мы его минутку... Раз, два, три, четыре... Так, да... Ты как, жив? Жив, здоров, а мой противник, хоть он слегка и задел меня, повержен. Безын, можно опоздать. Thank you.
со мной происходит? Что это вы со мной сделали? Обитателям чудесного леса объявляю о большом торжестве. Наступило время мира, песен и радости. Дорогая мадемуазель Лили, идемте, я хочу угостить вас метком. Пардон, а месье Бобер как же? Может, вы пойдете с нами? Моншер, это так приятно находиться в обществе столь галантных кавалеров. Не могу, друзья. Я вас очень люблю. Но мне хочется сегодня побыть одному. Кажется, скоро снова будет полно. Продолжайте, сейчас некого опасаться, ваше цветущее величество. Полно бобров в чудесном лесу. Как не жаль, но мне пора возвращаться домой. Если вы меня еще понимаете, то знайте, я всех вас очень люблю. Я скажу детям, что животные – их лучшие друзья, и что люди должны беречь нашу замечательную природу.
прощайте, друзья. Мне будет очень не хватать вас. Уж так устроен этот мир, что другу нужен друг, а значит, вновь сойдемся мы в большой и тесный круг.